Считанные дни остаются до открытия сквера шахидов. Он расположен в Махачкале на улице Абдулхамида Юсупова, на месте сгоревшего дома-интерната для глухонемых детей. В обустройстве прилегающей территории помогают добровольцы из разных уголков Дагестана. Подробнее о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для открытия парка, расскажет Хамза Нурмагомедов. 28 детей погибли во время пожара в интернате для глухих детей в Махачкале. Сейчас в больнице города 80 человек. 17 лет назад произошла страшная трагедия. Поздно ночью загорелся дом-интернат. В объятом огнем здании погибли дети. После этого случая до последнего времени эта территория оставалась заброшенной и неблагоустроенной. По инициативе муфтията Дагестана и по согласованию с администрацией столицы было решено создать на этом месте парк в память о погибших детях и о тех, кто пожертвовал жизнью ради процветания родной республики. Здесь посадили более 50 красивых деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, а также журналистов, всех, кто в непростые годы оставил идеалы добра и справедливости и нес слово правды, несмотря на угрозы и риск для жизни. Также здесь повсюду высятся зеленые кипарисы. Их более 30. Они высажены в память о детях, погибших при пожаре. Парк поистине народный, и название это оправдано, так как обустраивает его силами и средствами простых людей. Десятки добровольцев из разных районов Дагестана приезжают сюда, чтобы потрудиться разнорабочими и внести свой посильный вклад в благое дело. Помогают даже дети. Хочу, чтобы этот парк для людей закончился быстро. Тоже гуляли тут. Дома не сидели за компьютером, все вышли из дома, гуляли. А быстрее закончили этот парк готовить. Чтобы поддержать мужчин, обустраивающих парк шахидов, приходят и женщины. Мы, например, встретили прекрасные коллективы из поселка Шамхал-Термен и селения Черкея. Мы пришли сюда, чтобы оказать возможную помощь в обустройстве парка, названному в честь шахидов. Мы на данный момент проводим работу по уборке мусора, выравниванию земли и все те работы, которым под силу женщинам. Конечно, память о шахидах, память этих детей, которые погибли, и нам это большая радость в том, что мы можем приехать. В стороне не остаются и коммерческие организации. Так, на помощь в благоустройстве парка пришли представители автозаправочной станции «Оригинал». Мы, представители АЗС «Оригинал», решили не оставаться на стороне и принять участие в таком благоугодном деле. Этот парк нам крайне важен и был необходим, так как район находится не в центре, и здесь практически вообще нет парка. На сегодняшний день, по словам ответственного за этот объект, уже проделаны все основные работы. Посажены деревья, выложена плитка, установлено освещение, качели и скамейки. У нас осталось два фонтана у нас, да? Для того, что осталось завершить детскую площадку и посадить газон. До открытия сквера шахидов остаются считанные дни. По словам организаторов, парк памяти детей еще будет расширяться и улучшаться. А главную свою миссию он уже выполняет сегодня – объединяет дагестанцев вокруг благих дел. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.